Всем доброе утро. Пермяк Денис Галицкий опубликовал у себя в блоге ответ прокуратуры Свердловского района на свое обращение по, цитирую, незаконному сносу второго этажа памятника жилого дома пивоваренного завода на Сибирской. Ответ, как пишет общественник, оказался исключительно хорошим. Прокуратура вскрыла много нарушений, в том числе одну из важных. Подрядчик ООО «Яшин и партнеры» привлек стороннего субподрядчика ООО «Уралхиммонтаж», у которого нет лицензии. Цитирую далее. Точка в истории еще не поставлена. Краевой прокуратуре надлежит разобраться по поводу главного нарушения. Недостоверная экспертиза состояния памятника, положенная в обоснование сноса. Там есть доказательства, отмахнуться будет трудно. Газета «Коммерсант» Прикамье задумала выбрать пермяков, которые оказали заметное влияние на современное развитие Перми. Издание готовит фотовыставку «Лица Перми» и предлагает всем желающим помочь с фамилиями. На сайте газеты организован опрос общественного мнения. Отдать свой голос можно за одного из кандидатов в номинациях – городоначальники, политики, строители, силовики и общественные деятели. Украинские коммунисты сняли и выложили на YouTube мультфильм. Красавицу Украину пытаются насильно выдать за лысую, но богатую Европу. А она взаимно влюблена в плечистого соседа Россию. Как и во всех сказках, дело заканчивается свадьбой. Не принято, батюшка, в нашем народе сразу с двумя в семье хороводить. Зачем мне Европа? Светский повеса. По-нашему не говорит ни бельмеса. Ни в Вене, ни в Дрездене нету родни. Приедем в Европу и будем одни? Они нас соседом вечно пугают. А газ и бензин у него покупают. Ты, батюшка, цены с Европой сравни. Вон греки погибли от евро-родни. А с нашим соседом мы дружим веками, культурой, историей, просто домами. Там наши родные, там нас принимают. На нашем наречии нас понимают. К тому же за газ будем меньше платить. Дешевый бензин станет легче купить. Послушай меня, свою дочь, Украину. От самых Карпат до Донецкого Тына. Не вижу я больше другого пути. Как только с Россией в союзе идти. Это была интернет-пробежка. Хороших вам новостей и увидимся.